Сармонг, как бороться со своей мизантропией? Зачем вам с ней бороться? Вы и наслаждаетесь. Не надо никогда ни с чем себе бороться. Это очень дурной путь. Вам, все наши проблемы, все там уровни и так далее, надо изживать. Не бороться, а изживать. А изживание делается только одним способом, когда ты это проживаешь. Надо честно проживать эту. Главное искусство жизни заключается в том, чтобы честно проживать те ситуации, которые вам попадаются. Не бегать от них, не бороться с ними, не подавлять и так далее. В том числе и в первую очередь внутренние ситуации. Если проблема мизантропии, ну так упейтесь этой мизантропией, пока не захлебнетесь. Захлебнетесь, вырвите и перестанете быть мизантропом. Подавляющее количество проблем человека не решается, потому что человек не хочет нырнуть в проблему с головой. А вот если бы нырнул, он бы очень быстро ее изжил, гораздо быстрее, чем он там пытается решить ее, не ныряя. Не бойтесь прыгать в проблемы, они для того и даются, чтобы там искупаться.